прошлом своем сюжете меня спрашивали, а где может располагаться тот самый магазин, про который я вам рассказывал, да? На холмах. Стройрынок, стройматериалы, все, что нужно для вашего строительства, в том числе эти суперовские теплицы. Так вот, за моей спиной шоссе Космонавтов. Оно соединяет выезд из Челябинска с левобережной частью Орджоникидзевского района. Это быстрая дорога такая. И вот там, вот видите, что такое? Там за моей спиной тюрьма. Ну и еще кое-что. Вот. Проезжаете Т-образный перекресток, да? Налево поворачиваете, вот шоссе Холмогорского. То есть здесь вы себе все берете. То есть за моей спиной вы себе можете купить и теплицу, и вот, о, классная штука, это называется рыночек, да? Поставили рядышком, закрыли поликарбонатом и продаете для лета. Тут же и теплицы, и парники, и все что угодно. Так вот, куда сюда приехать-то и надо? Сюда приезжаете и смотрите, что для вас здесь делается. А здесь делаются замечательные теплицы. Причем не только теплицы, но еще и другие части. И вы наверняка видели, но я вам продемонстрирую, то, как эта теплица работает. Если кто-то сможет сделать подобное, ну, честь ему и хвала. А если не получится, то только приезжайте сюда, в центр на холмах. Торговый центр, который предрасположен для того, чтобы вы занимались, и ремонтом в том числе. То есть смотрите, что за моей спиной. Это супер теплица. Мало вам? Вот так открыли. Еще мало? Вот так открыли. Ну и практически вот так можно открыть. Классненько, да? Пройдем немножко чуть дальше. Я бы, конечно, вам показал и постараюсь это сделать. Смотрите внимательно. То есть я вот так встаю. Так вот приподнимаюсь, если мне что-то надо, я вот так вот приподнимаю. Если дополнительно надо, я еще могу и вот так вот приподнять. Если надо спереди, сзади, еще могу здесь открыть. И отсюда в том числе. Крутенько, да? Сможете ли? И будет ли у вас такой? Сомневаюсь. Нормально, да? Ох, как мне нравится эта Россия. Представляете, что мы делаем, да? Теперь продолжим. Продолжим, да? Продолжим наш банкет. Обратите внимание. Сюда подходим. Сюда вот подходим, да? И еще и здесь приподнимается. Ах, какая штука прекрасненькая. Может ли у вас такая теплица? Не думаю, что ваша теплица такое сможет. Подойдем сюда. На вход. Скажем так, часто и у каждого в деревне, на даче и везде есть собачки, да? Чтобы собачки не забегали и не растормошили вашу тепличку, есть такая штучка. Сейчас покажу. Вот так вот. Хоп! И закрываете. А? Нет у вас такого, потому что это неправильная теплица. А правильная теплица располагается прямо вот здесь вот. Приезжайте на холмах, посмотрите и убедитесь. И вот, чтобы вы поняли, да, что находится за моей спиной. За моей спиной находится тот самый склад. Тот самый склад, из которого делается и теплица, и все остальное. Просто посмотрите, что там. Так вот, это все производит Магнитогорский металлургический комбинат. И это все делается для вас. И это все делается на строительном рынке, на холмах. Понимаете? Здесь за вас деньги не берут. Здесь металл суперовский, тот, который вам нужен. Здесь поликарбонат, такой, какой он вам нужен. Приходите сюда, заказывайте свои замечательные теплицы, и они будут служить долго, очень долго. Разрешите вас поздравить. Дело в чем заключается? За вашей спиной вы уже сегодня отправляете замечательную теплицу. Еще одна только что уехала. Но, тем не менее, не у каждого существует такое место, где вы можете поставить нормальную теплицу. Естественный вариант. Если, допустим, справа сосед, слева сосед, что мы можем предложить? Ну, вот мы предлагаем два варианта. Вот первый вариант у нас называется тепличка холмы. С одной стороны она ровная, с другой стороны покатная, чтобы солнечные лучи постоянно подходили под нужным углом преломления. То есть мы о чем говорим? Если, допустим, у вас вот маленький участок, две сотки, да, что делать? Ну, есть такие вещи, понимаете? Люди себе покупают
дом, а он, места мало, да? Мы можем сделать. Эту тепличку можно поставить вдоль забора с соседом. Можно поставить ее к дому, к сараю, к бане, вплотную. И получается, мы экономим место. А второй вариант. Вот мы, допустим, не каждый себе может позволить там 8-метровую, там 12-метровую теплицу, но он хочет, чтобы в одном месте с одной стороны были помидоры, с другой либо огурцы, либо перцы. Вот за вашей спиной что это такое? Я так понимаю, это еще не все просто, да? Потому что было понятно, да? То же самое, вот когда мы показывали, да, для начала, то есть вот это также открывается. Вот так вот, да? Это надо двумя руками. Это двумя руками, да. Что это такое? Надо изнутри. Это тепличка специально, как вы сказали, да? Людям хочется выращивать сразу огурцы, помидоры, перцы. Маленькие участки поставили. Сделали мы ее называем двухквартирная теплица. Она 5-метровая, 6-метровая, какую вы захотите. Сделали перегородки. И в каждой перегородке можно, в каждом отделении, пожалуйста, перец, пожалуйста, помидорки, огурцы, пожалуйста. И среднее прихожее мы там планировали и планируем сделать стеллажи для рассады. Нет такой необходимости. Бочка с водой. Все, что хотите, грабли, вилы. Из прошлого сюжета вам показываю, как это было круто сделано. Проходите, пожалуйста, если сможете. Мы вам показывали парник бабочка. Сейчас продемонстрирую, как это работает. И если вы сильно захотите, то вы обязательно себе купите. Причем маленький парник бабочка 2-метровый, он всего недорого стоит 6 500. Как он открывается, посмотрите сами. Вот так он открывается, и вы спокойно можете себе поработать со своими, допустим, помидорками. Помидорки могут быть здесь. Представляете? И вот так вы можете его себе ставить. Не беспокойтесь, ветер, и ничего с вами не будет, потому что супер-мега-системка защищающая. А теперь закроем. Классненько, да? Супер! Перейдем чуть-чуть до сюда. И еще один замечательный парник. Вот. Чуть-чуть ниже, но зато очень интересно он собран. Для того, чтобы ваше растение вдыхало кислород, можно вот так вот сделать. И, пожалуйста. Ну, а если вы хотите, то есть ночью вы просто закрыли, а днем приподнимаете, и здесь уже ваши огурцы, аль помидоры, аль перчик. То же самое открываете, ничего не случится, никуда не денется. Потому что вот, посмотрите, как все делается, да? Вот так вот. И закрываете. Ну, как оно? И мы вам показываем теплицы. Но все, что угодно, все, что можно сделать из железа, делается здесь. Вы можете и крышу покрыть, вот, пожалуйста, уголки. Можете застеклить, можете облагородить ваше заведение, то есть закрыть его сверху и снизу. Пожалуйста, это металлопрофиль. Какое угодно делается здесь. Вот. Но также здесь еще изготавливаются еще и котлы различные. Ну и вот такие штучки. Это называется дым-машина. Но это не дым-машина, вы здесь можете сделать барбекю. А вот чуть подальше я вам покажу. Вот. То же самое можно барбекю, горячего копчения и самая прелесть. Холодное копчение. Понятно, что это стоит денег. Но тем не менее, если денег нету, то вы в любом случае можете здесь все это дело приобрести в рассрочку. Особенно это необходимо делать тому, кто зарабатывает на копчении. Представляете, да? Что у него такое? Не есть гуд. А здесь берете себе и потихонечку, грубо говоря, вот получается, кое-что продали, 1000 рублей оплатили. Понимаете, да? Не сильно большую. Еще. И в итоге 2 месяца, и эта штука уже вам приносит прибыль. Понимаете? Вот это прелесть. При этом за эту прелесть вы не платите. Просто приезжаете, договариваетесь, оплачиваете и потом забираете. Торговый центр на холмах. Не буду говорить маркеты, не маркеты. Я все-таки сторонник того, что мы работаем в России, поэтому надо говорить, чем мы занимаемся. Теплицы здесь, все что угодно для вас из металла тоже здесь. Поликарбонат. Естественно, как доехать? Очень просто. За моей спиной вот шоссе космонавтов.
вот шоссе космонавтов, которое соединяет выезд в сторону Челябинска с левобережной частью города Магнитогорска. Вот там, за моей спиной, тюрьма. Да вы прекрасно же это понимаете, вы здесь ездили неоднократно. Теперь понять-то надо куда. Чуть-чуть направо или чуть-чуть налево. И приезжайте сюда.